На зимние международные игры «Дети Приморья» прибыла спортивная делегация Корейской Народно-Демократической Республики. В аэропорту Владивостока гостей встретили по русской традиции хлебом и солью. Также всей сборной Северной Кореи подарили спортивную форму игр. Первые зимние международные спортивные игры «Дети Приморья», которые пройдут в 4 городах Приморского края на спортивных объектах, которые в течение определенного количества времени мы готовили, закуплен был инвентарь для проведения этих соревнований, оборудование необходимое, проведена очень большая организационная работа, поэтому я считаю, что Приморский край к проведению этих игр полностью готов. Мы со своей стороны сделали все необходимые условия для того, чтобы время провождения, пребывания спортсменов Корейской Народно-Демократической Республики было на самом высоком организационном уровне. Северокорейские спортсмены отправились тренироваться в Уссурийск. Позже на двухледовых аренах имени Романа Клиза и Олимп пройдут соревнования. Мы приготовили для наших гостей Северной Кореи хороший сюрприз. Это чемпионка Олимпийских игр Сочи Аделина Сотникова будет комментировать, будет давать мастер-класс. И чемпион Олимпийских игр Руслан Захаров по шорт-треку, он будет давать мастер-класс для всех желающих. Напомним, первые зимние международные спортивные игры «Дети Приморья» пройдут по инициативе губернатора края Олега Кожемяка с 18 по 23 февраля. Спортсмены разыграют 31 комплект наград в 8 видах спорта – кёрлинге, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде, фигурном катании, шорт-треке, хоккее и фиджитал-хоккее. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.